Делегация из Ингушетии в ближайшее время посетит Калмыкию для обмена опытом в области мясного животноводства. Об этом заявил Юнусбек Евкуров на встрече с инвестором мясоперерабатывающего комплекса «Эко-Муслим-Продукт» Муслимом Парагульговым. По словам главы Ингушетии, регион уже закупал в Калмыкии 800 голов крупного рогатого скота для своего молочного комплекса и увеличил это поголовье до 1500. Напомним, на полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и Ингушетией, предполагающее, в частности, расширение взаимодействия в развитии сельского хозяйства. Юнусбек Евкуров выразил надежду, что данный визит послужит началом большой плодотворной работы в указанном направлении. В свою очередь, Муслим Парагульгов выразил уверенность, что опора на собственные силы и сотрудничество с другими субъектами страны даст толчок для предпринимателей к процветанию своего дела и республики в целом. Калмыкия в стране, в России, второе место занимает по мясному скотоводству. Именно мясному, у них нет молока, мясное скотоводство. Поэтому Минсельхозик, например, задачу поставил, по воде, кто у нас мясным занимается, Хагулдина, поехать туда, изучить опыт Калмыкии, что они делают. И в том числе на уровне тысячи хажажей, где много сломалась, на уровне губернатора, это главы республики Калмыкии. И когда вы это мне все нарисуете, что нужно делать, мы тогда встретимся с главой Калмыкии и попробуем вот это соглашение, которое мы подписали в рамках мясного скотоводства, даже дополнительно шутся они подписать должны, уже те же ваши там соратники из Калмыкии, там, кто там этим занимается, и Минсельхоз наш, их Минсельхоз, чтобы это взаимодействие организовать. Тебе поставляли там, сколько надо там мясного скотоводства, ну, вот это соглашение. Изучите, чтобы мы это соглашение, которое я подписал с губернатором, с главой Калмыкии, чтобы мы закрепили уже в наших уже отношениях. Да, внедрите его в жизнь.